Весело и красочно открылся праздник для детей и их родителей «Спортивная семья». Арена физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна» приняла всех желающих посоревноваться в ловкости, скорости и спортивном азарте. Две команды, родители и дети, готовы состязаться во имя здорового образа жизни и семейных ценностей. Организатором праздника выступил Центр спортивной подготовки «Динамо Росэнергоатом», а специальные гости сказали напутственные вдохновляющие слова участникам соревнований. Я хочу сказать всем спасибо, что нашли этих полтора часа, чтобы прийти в зал вместе с нами сегодня поиграть в новогодний родительский баскетбол. Я думаю, у нас вырастет здоровая, крепкая, ну и самое важное, настроенная именно в любви к отечеству поколения. Мы показываем пример всем жителям Десногорска, как необходимо проводить свободное время. Город Десногорск все-таки является самым спортивным городом в Смоленской области. Мы не раз подтверждали это, будем подтверждать впредь. Спартакиада проводится уже третий год, и с каждым годом участников становится все больше. Многие родители признаются, подобные мероприятия – прекрасный способ для семейного досуга. Эстафеты, соревнования по легкой атлетике и баскетболу. Каждый найдет что-то по душе. Мне кажется, такие мероприятия нужно устраивать каждый год и желательно почаще. Замечательная, теплая, дружественная спортивная атмосфера. Все очень хорошо. Спасибо организаторам. Динамичная игра, радостные возгласы и счастливые лица. Обе команды достойны похвалы и не готовы уступать сопернику. Но решение судей было принято всеобщим одобрением. Победила дружба. После соревнований участники делились впечатлениями за праздничным столом. Мамы подрастающих героев с любовью приготовили домашние угощения. Без сомнения, подобные праздники необходимы для развития современного и спортивного поколения горожан. Перенимаем опыт. Хотим, чтобы у нас такое что-то было. Очень позитивное отношение. Такая вот семейственность, я вот смогу сказать. Очень мне понравилось. Состояние молодежи и тяга к занятиям физической культурой, прежде всего, и спортом, напрямую зависит от нас, от взрослых людей. Очень важно сегодня показать, что физическая культура, в первую очередь, это модно. Если мы будем это показывать и прививать, то молодежь будет с большим удовольствием к нам приходить и вместе с нами это делать. Наша жизнь постоянно меняется. Меняются предпочтения, вкусы, мода. Но мода на спорт, похоже, не пройдет никогда. Спорт дает энергию жизни, энергию бодрости. Занимайтесь спортом. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.